Трое жителей Махачкалы пострадали при пожаре на автозаправке. Возгорание произошло на АЗС по улице Акушинского, 12В. Предварительная причина происшествия такова. Загорелась арматура трубы, подводящей газовой цистерне. Затем пламя распространилось на складское помещение. К тушению были привлечены 26 человек и 9 единиц техники. В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавшие доставлены в ожоговое отделение городской больницы. Информация о происшедшем уточняется.